Здравствуйте, вы смотрите программу «Вопрос по делу». Я Эдуард Раткевич, и сегодня в нашей студии организатор дискуссионного клуба «Восхождение» Сергей Федосов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, да. Начну я вот с такой новости. В Ростовском парке имени Максима Горького откроется бесплатный уличный киноклуб. Я так понимаю, вы имеете к нему прямое отношение. И расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте. Что это такое? Это просто просмотр фактически фильмов или что-то еще под этим подразумевается? Нет, программа мероприятия включает в себя не только просмотр фильма, но еще обсуждение после. То есть на обсуждение будут присутствовать приглашенные режиссеры, культурологи, искусствоведы, которые помогут зрителям полнее раскрыть свои эмоции после показа. Угу. Вот вы говорите, дата это 8 августа. Это 8 августа. В какое время это будет проходить? 8 августа, 20 часов, начнется наше мероприятие. Начнем мы его с показа шедевров мирового и отечественного мультипликации, после чего продолжим в 20:30 показом непосредственно самого фильма. А фильм какой? «Шумный день». Угу. Как выбирали и почему выбирали именно вот такие мультики и этот именно фильм? Ну, наверное, стоит немножко сначала сказать про саму деятельность нашего дискуссионного клуба. Мы уже существуем порядка 3 лет. Начинали мы именно с формата киноклубов, после чего начали проводить лектории, практикумы, литературные клубы. Вот. И в процессе деятельности у нас сформировалось много друзей именно из среды среды искусств. Угу. То есть, ну, опять же, как я говорил, режиссеры, культурологи, искусствоведы, которые нам подсказывают, в каком направлении лучше идти, в каком направлении лучше развивать нашу деятельность, на какие произведения стоит обращать внимание, какие, скажем так, не заслуживают внимания, угу. Потому что, ну, не секрет, что сейчас с искусством есть небольшие проблемы, потому что она отходит от своего первоначального значения, как вести человека к чему-то новому, грубо говоря, восходить, собственно, отсюда и название нашего угу. дискуссионного клуба. То есть мы стараемся задать новый уровень интеллектуального осмысления того материала, который мы представляем вниманию зрителю, и чтобы люди после просмотра фильмов, прочтения книг выносили для себя что-то новое, как-то осмысливали увиденное, а не просто получали некоторую интеллектуальную жвачку, как зачастую, к сожалению, происходит там, в современном кинематографе. Вот. Соответственно, подборка фильмов, которая будет представлена в серии киноклубов уличных, которые мы откроем 8 августа, подбиралась по рекомендациям этих знающих людей. В основном это будут фильмы отечественные, советского периода, выдающихся режиссеров, то есть вот 8 числа «Шумный день». 14 числа мы попробуем формат зарубежного кино. Будет продемонстрирован фильм «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини, если мне не изменяет память. Вот. А на следующий день, в субботу, 15 августа, будем смотреть фильм «Отец солдата». То есть тоже очень хороший фильм, заслуженный. Насколько я понимаю, вот 1 августа вы уже попробовали, собственно, запустили такой пилот, попробовали по сцену, посмотрели, как это все будет происходить. Я так понимаю, вы никого туда не приглашали, но определенная аудитория там на месте сложилась, и были уже какие-то отзывы, об отзывах расскажите. Да, вы все верно сказали, то есть 1 числа мы совместно с дирекцией парка проводили, скажем так, пилотный запуск, проверяли оборудование, проверяли, как у нас вот проектор будет освещать, потому что существуют, ну, технические проблемы, связанные там, с погодой и угу. прочим. Вот. Да, на тот момент там находились некоторое количество зрителей, они остались после репетиции Дня ВДВ, проходившей в тот день, но звуки нашего пилотного запуска мультфильмов привлекли людей и с основной аллеи, и многие остались почти до самого конца. Как молодые, так и довольно взрослые люди с удовольствием смотрели на
шедевры отечественной мультипликации, радовались, смеялись. То есть очень было интересно видеть реакцию людей. Многие подходили, спрашивали, интересовались, а что за проект. Ну, там были вопросы насчет коммерческой стороны. Мы, естественно, ответили, что проект полностью некоммерческий, делается в свободное время. То есть делается для людей, а не там, с целью какой-то своей личной выгоды. Вот. Собственно, подошла одна женщина, искусствовед, обещала обязательно прийти на сам запуск, на открытие сезона. Кстати, вот касательно открытия сезона уличных кинотеатров, мы планируем после показов в рамках обсуждения не только дать слово режиссерам, культурологам, ну, знающим людям, но и предоставить своеобразный формат открытого микрофона, когда каждый посетитель сможет выйти и сказать свое мнение, возможно, ему в голову придут какие-то еще дополнительные форматы, например, поэтическое что-то, допустим, стихотворение в тему человек вспомнит или еще что-то. И вообще планируем развивать именно направления, разные направления, не только кино, уличное кино, но и, вот, как я сказал, своеобразный уличный открытый микрофон, на котором люди смогут доносить свой вклад в искусство путем цитирования чьих-либо произведений, либо своих. Возможно, это какие-то мини-доклады будут и так далее. Вот. То есть еще планируется вот такой формат. Ну, если не в этом году, то, скорее всего, в следующем. Какова будет периодичность? Будет ли чаще? Или это вот два раза в неделю, насколько я понимаю, сейчас запланировано? Да, в основном наша основная преграда – это расписание самого парка культуры Горького. Потому что там идут разные мероприятия, разные концерты и так далее. Мы, естественно, не можем отменять другие ради нашего мероприятия, поэтому мы согласовываем с администрацией парка. Вот на данный момент согласовано уже, собственно, 8 число открытия, 14-е, 15-е в 8 часов, это пятница, суббота будущей недели, и 21 число, это, собственно, пятница. До какого периода сможете вот на открытой площадке работать? Как позволит погода. То есть пока не будет лить проливной дождь, мы с этой площадки не уйдем. У нас был опыт уже проведения уличных киноклубов в 2013 году, все лето. В парке ДГТУ мы проводили уличные киноклубы, демонстрировали, проецировали на стену бассейна. Вот. И при том, что мероприятия были еженедельные, они проходили каждый раз, независимо, даже мы как-то под таким легким дождем сидели, но прикрыли оборудование, прикрыли проектор, но люди стоически тянулись к культуре, это было очень приятно видеть, то, что даже такие небольшие эксцессы не отталкивают людей, это очень важно. Немного о планах на будущее. Смогут ли ростовчане, например, зимой где-то посетить такие бесплатные киносеансы? И что вообще планируется в будущем у вас? Да, мы планируем продолжить нашу деятельность, которую мы уже достаточно давно ведем. То есть также на площадке ДГТУ проводить разного рода лектории. Опять же, киноклуб, литературный клуб. Возможно, запустим практикумы по IT-технологиям. То есть программа на самом деле самая обширная. У нас там, в группе ВКонтакте и в основном стараемся СМИ уведомлять о еженедельных мероприятиях, то есть одно-два мероприятия в неделю проходит стабильно. Соответственно, если у нас будет возможность или кто-то сможет нам предоставить площадки в городе для проведения таких вот массовых мероприятий, мы сможем приглашать большее количество людей, чем позволяет та площадка, которая в настоящий момент у нас есть в ДГТУ. Вот. Касательно планов по более масштабных, мы собираемся расширять, то есть нашу область деятельности, то есть проводить не в одном месте, а в нескольких местах. Ну, это, соответственно, по появлению людей, которые смогут нам в этом помогать. То есть, если вот много раз бывало, то, что человек пришел на одно мероприятие, второе мероприятие, третье, его заинтересовала наша деятельность, ему понравилось то дело, которое мы делаем, и он становился с нами в одни ряды,
и помогал посильно, то есть либо там делал какие-то афишки, ввел информационную группу ВКонтакте, либо проводил, то есть, ну, у меня тоже не всегда бывает возможность присутствовать на каждом из наших мероприятий. Зачастую я могу положиться на тех ребят, которые пришли, угу. которые нам помогают. Соответственно, если у нас наберется, будет желание у кого-то из пришедших попробовать еще какую-то площадку, мы с удовольствием эту площадку также освоим, у нас будет, будем расти в рамках города. Сергей, ну, я вас благодарю за то, что вы пришли в нашу студию. Желаю, чтобы ваш проект продолжался и нашлись обязательно помощники и дальнейшего вам продвижения. Это была программа «Вопрос по делу». Я Эдуард Радкевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах. До свидания.